Но когда ты идешь в направлении Творца, в направлении света, нет ничего более точного и абсолютного. Или ты работаешь с этим по-хорошему или по-плохому, а посередине ничего такого нет. Это все. И поэтому есть отягощение сердца. Ну, что же у червяка? Нормально. Должен понять, что нет выбора. Наша проблема в том, что думаем, что это само пройдет и придет само. Ничего из этого. Говорится, что не делает разум, делает время. Это если я стараюсь в это время сделать все, вопреки разуму, несмотря на то, что я не понимаю, это вещь великая. Это не просто так, давайте подождем, посидим, ну, время пройдет, сделает свое. Нет. Если я вот в это время делаю самые глупые вещи, даже не знаю, как это сделать, но без разума делаю, и все. Стараюсь, стараюсь и стараюсь. Это называется то, что не делает разум, делает время. То тогда за счет умножения действий я исполняю эту работу, а не тем, что я знаю разумом и могу это сделать по-быстрому. И это все. Но нет тут уступок. Жаль, но на самом деле гордыня человека его и унизит.